Здравствуйте, друзья! Мы с вами в Лос-Алтос. Лос-Алтос – это самый дорогой город в стране. По стоимости домов с тремя спальнями и двумя туалетами – это как вот классика такая. Вот он продается сейчас за 7 миллионов. Мы пойдем его посмотрим. Участок у дома 14 соток, дом новый, только что построен. Так чисто на него смотришь внешне, думаешь, наверное, перестраивали. Нет, 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 абсолютно новый дом. Вы можете спросить, а что там за лесенка такая? Это лесенка в бейсмент. На самом деле в доме есть еще этаж второй тоже, то есть мы как бы под, мы на нулевом, потом есть первый, потом есть второй. Вот, смотрим. Тут у нас замечательное место для, ну, как бы обслуживания гостей, можно сказать так. Вот здесь бутылочки, видите, тут они одну бутылочку поставили. Вот, а так можно много бутылочек поставить. Это зеркало там. Находятся зеркала всюду. Вайн-селлер. Да. И там он с охлаждением. Можно сказать, спортивный зал такой небольшой. Какие туалеты в домах за 7 миллионов. Ну, тут серьезное хозяйство, да? Так, вот тут у нас два умывальничка, туалет, душ. Я не знаю, какой нужно образ жизни вести, чтобы это все при безумной занятости, когда люди тут с утра до ночи работают, да, чтобы все это использовать. Это мы уже на основном этаже. Похоже, что это еще один мастер-бедрум. Отсюда поглядели. Пошли посмотрим. Здесь свет не горит, поэтому немножко полумрак такой. Напротив офис, судя по обстановке, которая тут. Ну, вы видите, это стол со стульями. Лампочка очень симпатичная. Ой, какая. Окно хорошее, большое. Вот туда мы посмотрим сейчас на все это большое пространство. Там кухня подальше. Это дорогая стеклянная плиточка. Это не просто так тебе керамика. Мы смотрим внутрь дома, но находимся на самом деле уже за пределами его. Мы находимся на улице. Вот тут. Да. Хорошо. Значит, вообще обычно, когда такие дорогие дома продают, то здесь ставят такой, ну, как бы, не кейтеринг, но, во всяком случае, приезжают там с кофе, заказывают столик такой специальный. Как-то раз мы ходили, там гитарист сидел на гитаре, играл, живая музыка была. Вот. А это просто вот как бы для партии, там тут же барбекю сделал. Риэлтор говорит Светлане, что всего 16 домов сейчас на продаже в Лос-Алтосе. Это очень мало. Дом хороший, построен очень качественно, то есть материалы использованы явно дорогие. Строил контрактор. История такая, что контрактор 2 года назад купил этот дом, снес его почистую, утвердил планы, построил новый дом. Контрактор имеет в голове построить максимально то, что можно построить на этом участке земли. Поэтому там 7 спален, там какой-то 5,5 туалетов, какой-то дом совершенно немеренный. Построен 700 квадратных метров там, да? Дом. Да, да, дом огромный, там участок хороший. То есть все хорошо, но он хотел выжать максимально то, что можно выжать из этого участка, из этого дома. Например, там шикарный айленд стоит. На кухне. На кухне, да. И этот айленд, вообще, в принципе, да, ну, мы знаем правило треугольника, что хозяйка ходит между плитой, водой и холодильником, когда готовит еду. И да, по стандартам считается
получается оптимальное расположение всех вот этих вещей, когда они находятся на вершинах равностороннего треугольника. И что здесь получилось? Здесь получилось так, что умывальник с одной стороны находится, и огромный вот этот шикарный айланд, который находится прямо напротив плиты. Во-первых, он сделан из мрамора. Из мрамора готовить ничего нельзя на таком айланде, потому что оно моментально впитывает все пятна. Положил какую-то еду, туда, да. Он просто впитает это все, это нельзя будет очистить перманентно. И кроме того, нет воды. Вот. А так вообще материалы хорошие, дом хороший, и дай бог ему продаться.